первые же минуты рейда в сети рабочей группы попался этот мужчина. Он говорит, что понятия не имеет, что это за взыскание на него наложено. Откуда я знаю, что это за деньги? 51 тысяча тенге. Это ошибка какая-то. Судоисполнители утверждают, никакой ошибки здесь нет. По базе данных он действительно задолжал 500 тысяч тенге. Мы открываем нашу базу, вводим его ИИН и проверяем. И таких должников здесь очень много. Организаторами рейда выступили частные судоисполнители. По их словам, скрывающиеся должники свободно живут в Шымкенте и пользуются личным автотранспортом. От имени Института частных судебных исполнителей Республики Казахстан хотим предупредить всех должников, имеющих задолженность по алиментам, по взысканию штрафов доход государства. Очень много у нас является неплательщиков именно по алиментам. Планируются мероприятия, рейдовые мероприятия по проведению именно взыскания данных задолженностей. В нашей области более 8 тысяч отцов уклоняются от уплаты алиментов. Что касается неуплаченных штрафов, то на руках у судоисполнителей находится порядка 132 тысяч исполнительных дел.